память искусства – это своеобразный документ времени, где прошлое и настоящее связаны воедино. А история советского балета – одна из его страниц, но, быть может, самая зримая и яркая. Екатерина Гельцер – первая танцовщица советской сцены, удостоенная вместе с Василием Тихомировым звания народных артистов республики. Александр Горский. С его именем и постановкой балета «Дон Кихот» связан новый этап в искусстве Большого театра – эпоха демократизации классического искусства. Каждое поколение исполнителей по-своему открывало и утверждало красоту этого спектакля. Майя Плисецкая. Малика Сабирова. Фарух Рузиматов. Татьяна Терехова. Касьян Глейзовский, поэт и художник в пластической фантазии танца. Скрябин, фрагмент номера «Гирлянды». Кудрявцева, Нина Подгорецкая, Анастасия Абрамова,
Любовь Банк. Знаменитая московская четверка танцовщиц 20-х годов, чье искусство вдохновляло балетмейстеров того периода. Дань балетмейстерским поискам 20-х годов, сцена агит-театр «Синяя блуза» из балета Шостаковича «Золотой век» в постановке Юрия Григоровича. Так время отозвалось в творчестве современного мастера. Ленинград. Он издавна считался одной из лучших кузниц балетных кадров страны. Федор Лопухов. Экспериментатор и хранитель академических традиций. Кто знает, не будь его, аплодировали бы мы сейчас великому творению Чайковского Петипа «Спящая красавица» Татьяна Вячеслава. Ирина Колпакова. Объединяет столь разных художников преданность искусству классической хореографии. Но одновременно с классикой жил эксперимент. Первым опытом воплощения современной темы стал балет Глиэра «Красный мак» в хореографической версии Василия Тихомирова. Тао Хао, Галина Уланова. Ольга Лепешинская воплотила в своем танце энтузиазм 30-х годов. Под звуки вальса Машковского в рискованно смелых поддержках современного номера
Взлетала вверх Ольга Лепешинская в уверенных руках Петра Гусева. На той же сцене свой классический бал в «Лебедином озере» правила Марина Семенова. У истоков современного исполнительского мастерства стоял Асаф Мессерер. Вечно молодой старейшина советского балета. Сегодня нет сколько-нибудь известного танцовщика в Большом театре, который бы не считал себя его учеником. В свою очередь, дорога в большое искусство для многих из них начиналась от стен Московского хореографического училища.
класс Софьи Головкиной. А старшее поколение еще помнит уроки Агриппины Яковлевны Вагановой в знаменитых залах Ленинградского хореографического училища. Совсем юные Марина Семенова, Галина Уланова, Татьяна Вячеслова, Нина Анисимова, Ольга Иордан, Алла Шелест, Нинель Кургапкина, Ольга Моисеева, Алла Осипенко, Ирина Колпакова, Наталья Дудинская постигали здесь секреты мастерства. И как итог прославленной вагановской системы, чеканные формы танца Натальи Дудинской. Фрагмент из балета Минкуса «Баядерка». Исполняют Наталья Дудинская и Вахтанг Чебукиани. Источник молодости балетного искусства в преемственности традиций. От Вагановой к Дудинской. От Дудинской в день сегодняшний. Таков путь советской хореографии.
и Константину Сергееву есть что сказать своим питомцам. Когда-то в этом же зале его Ромео объяснялся в любви Джульетте Улановой. Это был первый спектакль, положивший начало жизни шекспировских героев на балетной сцене. Джульетта Галина Уланова, Ромео Михаил Габович, хореография Леонида Лавровского. Сцена дуэли. Тибальт, Алексей Ермолаев, Меркуцио, Сергей Корень, Ромео, Юрий Жданов. Балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» стал событием в искусстве советской хореографии. Мастером пушкинской темы по праву называют Ростислава Захарова. Татарский танец из балета Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Поиски Ростислава Захарова в области характерного танца продолжали и развивали традиции русского балета в этой области. Буйство татарской пляски оттеняли лирический голос пушкинской поэмы, усиливали драматизм ее звучания. Мария Галина Уланова, Зарема, Майя Плесецкая.
Василий Вайнонен впервые вывел главным героем на балетную сцену народной массы. Стихийное буйство толпы обретало в его спектаклях мощь революционного пафоса, сплоченность и силу грозного восстания. Танец «Басков» из балета Асафьева «Пламя Парижа». Солистка Едвига Сангович. А рядом с академическим балетом, привольностью характерного танца, развивалось другое искусство, родоначальником которого стал Игорь Моисеев. Созданный им в 1937 году ансамбль народного танца открыл миру красоту фольклорных танцевальных мелодий. Арагонская хота в исполнении артистов Государственного ансамбля народного танца Союза СССР. Постановка Игоря Моисеева. Война. До сих пор она живет в памяти народа. Тревожным набатом для будущих поколений она звучит в творчестве современных хореографов. Сцена из спектакля Киргизского театра оперы и балета «Материнское поле». Музыка Молдобасанова. Постановка Урана Сарбагишева. Фрагмент балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Ленинградская симфония». Постановка Игоря Бельского. Исполняют артисты Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Солист Вадим Бударин. We'll be right back.
Искусство сильнее грома пушек. За годы войны выросло целое поколение новых исполнителей. Среди них Раиса Стручкова. Праздничным фейерверком, верой в чудесную мудрость сказки, победой добра над силами зла, стал ее танец в балете феерии Прокофьева «Золушка» в постановке Ростислава Захарова. Тему непокорности, женского своеволия, протеста гордой и сильной натуры воплощала в своем искусстве молодая Майя Плисецкая. Вариация Лауренсии из одноименного балета Крейна в постановке Вахтанга Чебукиани. Время неумолимо летит вперед, и на одном из его перекрестков в 60-е годы встретились Касьян Галиизовский, теперь уже известный мастер, и юные звезды Большого театра. В результате этой встречи родились экзотические, редкие по своей красоте, восточные узоры балета «Лейли и Меджнун». Репетиционный момент. Наталья Бессмертного – Лейли, Михаил Лавровский – Меджнун. Вариация Меджнуна из балета Баласаняна «Лейли и Меджнун» в исполнении Владимира Васильева. Thank you.
В наследство от романтического балета советскому искусству достала самая крупная его жемчужина – «Жизель». Весь мир с благодарностью принял версию Леонида Лавровского, назвав лучшей «Жизелью» Галину Уланову. «Жизель» Галина Уланова, Альберт Николай Фадеичев. Екатерина Максимова танцует вариацию из первого акта. Заветы Мариуса Петипа, поэзию романтизма, несет в своем искусстве лучший классический кордебалет мира, ансамбль Ленинградского Кировского театра. Мирта Татьяна Терехова. Thank you.
Жизель, Галина Мезенцева. А в это время в Ленинграде Леонид Якобсон создавал скульптурно-живописные пластические шедевры. Миниатюра на музыку Дебюсси «Вечный идол» исполнители Алла Шелест и Игорь Чернышов. Старейший мастер хореографии Леонид Якобсон смело сокрушал сложившийся балетный стереотип. Сцена из балета Шварца «Страна чудес». Традиции танцующего актера продолжают жить и развиваться на сцене музыкального театра оперы и балета имени Станиславского и Немировича Данченко. Финал третьего акта из балета «Лебединое озеро». Аделия, Маргарита Дроздова. Зигфрид, Вадим Тедеев. Этот театр всегда последовательно утверждал искусство сценического реализма в балете, так талантливо заявленного в работах Владимира Бурмейстера. А одновременно рядом развивалось в послевоенные годы искусство национальных театров.
Так балет Скорульского «Лесная песня» по одноименной поэме Леси Украинки в постановке Вахтанга Вронского стал подлинным выражением лирической напевности украинского народа. Солисты Татьяна Таякина и Валерий Ковтун. В эпическую образность, в мудрости насказаний знаменитой киргизской сказки «Чолпон» «Утренняя звезда» посвящает ведущих солистов Айсулу Токамбаеву и Чолпанбека Базарбаева балетмейстер Уран Сарбагишев. Вместе с Бибисарой Бейшаналиевой Сарбагишев был первым исполнителем этого спектакля, вошедшего в фонд национальной киргизской хореографии. Музыка Раухвергера, хореография Молдыбекова. Мудрость и опыт корифеев, дерзость и талант молодых – прочный фундамент, на котором стоит советское балетное искусство. Не случайно стоявший у истоков современного балетного театра Федор Лопухов прямым наследником своих творческих идей считал Юрия Григоровича. Сцена из балета Прокофьева «Каменный цветок». Катерина Ирина Колпакова, Северьян Анатолий Гридин. Thank you.
руки просто открывай. По укоренившейся традиции, первая исполнительница роли Катерины Ирина Колпакова репетирует адажио из «Каменного цветка» с Аллой Сизовой и Андреем Босовым. С начала 60-х годов признанным лидером отечественной хореографии стал Юрий Григорович. Проблема нравственного выбора ставил хореограф перед героями балета Меликова «Легенда о любви». Ширин Людмила Семеняка, Фархат Вячеслав Гордеев. Присущие методу Григоровича стройность и выверенность музыкальной драматургии особенно отчетливо проявились в балете Чайковского «Щелкунчик». Екатерина Максимова и Владимир Васильев.
Арам Хачатурян. Спартак. Юрий Григорович в этом спектакле подвел итог поискам героики на балетной сцене. Крас Марис Лиепа. Спартак, Владимир Васильев. Вслед за Григоровичем появилось новое имя – Олег Виноградов. Вариацию Ильяса из балета Власова «Осель» репетирует Николай Фадеичев. Монолог «Осели» танцует Нина Тимофеева. Издавна Ленинградский малый театр оперы и балета считался лабораторией советского искусства. И не случайно современная интерпретация старинной классической капеллы «Делиба» осуществлена Олегом Виноградовым именно на этой сцене. Танцуют Татьяна Фисенко и Никита Долгушин. В начале 70-х годов постановкой «Ромео и Джульетта» Прокофьева
Николай Боярчиков вписал еще одну страницу в историю балетной шекспирианы. Эти годы, вплоть до 80-х, отмечены самыми благотворными творческими поисками, география которых свидетельствует о неисчерпаемых возможностях советского балета. Оригинальностью творческого мышления отмечено искусство советских современных хореографов. Сцена из балета Глебова «Тиль Уллиншпигель». Спектакль Большого театра «Белорусская ССР». Хореография Валентина Елизарьева. Солисты Людмила Бржазовская и Юрий Троян. Финал балета на музыку азербайджанского композитора Амирова «Тысяча и одна ночь». Хореограф Наиля Назирова. Сцена из балета «Щедрина. Конек-горбунок». Хореография Дмитрия Брянцева. Исполняет Владимир Кириллов и Вячеслав Саркисов. Дуэт из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» эстонского балетмейстера Майи Мурдма исполняют Элита Эркина и Тиит Хярм. Финал балета Петрова «Сотворение мира». Хореография Натальи Касаткиной и Владимира Василева. Солисты Ирина Колпакова и Вадим Гуляев.
фрагмент балета «Мчевриани», «Витязь в тигровой шкуре», хореография Олега Виноградова. Исполняют Елена Евтеева, Татьяна Арискина, Эльдар Алиев и Евгений Неф. И, как всегда, смелостью образных решений восхищает танец Майи Плисецкой. Безе Щедрин, Кармен Сюита. И вновь представители трех хореографических поколений в одном репетиционном классе. Галина Уланова репетирует сцену из спектакля Молчанова «Макбет» в постановке Владимира Васильева с Ниной Тимофеевой и Алексеем Фадеичевым. Леди Макбет, Нина Тимофеева, Макбет, Алексей Фадеичев.
нет в современном хореографическом театре запрета и для любых сюжетных воплощений. От Шекспира до Чехова – таков диапазон сегодняшнего балета на сцене. Сцена из балета на музыку Гаврилина «Анюта», хореография Владимира Васильева. Танцует Екатерина Максимова. Основой основ для советской балетной сцены был, есть и будет классический танец. В Большом театре Союза СССР Юрием Григоровичем возобновлен балет Глазунова «Раймонда». Наталья Бессмертнова и Юрий Васюченко. Людмила Семеняка. Ирек Мухамедов. Неисчерпаема сокровищница многонационального советского балетного искусства. Сегодня мы перелистали не все его страницы, рассказали и показали далеко не всех, кому выпала честь быть названным деятелем хореографического искусства страны Советов. Советский балетный театр. 70-летий он неустанно воспевал добро, утверждал законы прекрасного, взывал к духовности, пробуждал в человеке человеческое. И сегодня его величие и его достижения
Это величие октября, достижение страны, еще один шаг к миру на планете Земля. Передачу подготовили Светлана Кананчук, Людмила Шашокина, Сергей Трушин, Дмитрий Сигалев, Василий Корнеев, Николай Гарников, Николай Сидоров. Текст читал Юрий Рашкин. В передаче использованы материалы Госфильмофонда Союза СССР и Телерадиофонда.